один из центральных пляжей города Сочи, Приморский пляж. Сегодня погода очень теплая, 26 градусов, народу очень много, выходной день. Посмотрите, на каждый квадратный метр по человеку. Вот такой он сам оборудованный пляж. Можно ходить по белым мосткам. Здесь лежаки с тентами, они стоят 700 рублей. И можно пользоваться этими благами цивилизации. Здесь же находится медпункт. Вот они, лежаки в ряд. Есть продолговатые, есть и круглые. Вот, например, как справа. Вот мы выходим на набережную. Вот, смотрите, такие вот круглые есть лежаки. Сейчас мы выйдем на набережную, и я покажу вам, как сегодня она выглядит. Народ здесь прогуливается, его очень много. Туристы еще здесь. Думаю, что в сентябре они уже разъедутся. Вот он, пляж, набережная. Делаю панораму. Вот, кстати, ценник. Приморский пляж. 700 рублей лежак с матрасом. 500 рублей ракушка с матрасом. И вот они, бесплатные услуги. Душевые, туалет, раздевалки, детская. Ну, зонты даются с лежаком, поэтому здесь условно, что он бесплатный. Ну, вот такова сегодня набережная.